Ну что, сентябрь, а вместе с ним и урожайный сезон подходит к своему логическому завершению. Лето подарило в этом году удивительные овощи нашим первоуральцам. Да, и сегодня мы готовы подвести итоги, вспомнить всех наших участников и объявляем победителей. Слово передаем нашему коллеге Даниле Шестакову. Данила, привет! Приветствую вас, коллеги! Что ж, дачный сезон близится к своему завершению. Практически все наши телезрители уже собрали последний урожай, закатали все оставшиеся помидоры и, конечно же, не забыли сфотографировать и прислать свои успехи в наш конкурс «В саду или в огороде». Всего в нашем проекте «Дачную удачу» решили испытать 10 человек. Мы видели гигантские тыквы, рекордные длины перцы, богатый урожай томатов, баклажанов, кабачков и огурцов. Кто-то хвастался и причудливыми корнеплодами. Мы оценивали строго и непредвзято, но единогласно редакция приняла решение по трем победителям. Итак, номинация «Тыковка года» достается нашей участнице «Барабанная дробь» Софии Архиповой и ее родителям, которые не только вырастили такой нарядный овощ, но еще и сделали этот очень милый дачный снимок. Поздравляем! Вам подарки от телеканала ПТВ. Следующая номинация у нас «Овощная нарезка 2023». В ней побеждает Елена Валерьевна и сын Павлушка за успехи в выращивании огромных огурцов и томатов. И, наконец, номинация «Что выросло, то выросло» уходит нашей телезрительнице, недавно отметившей юбилей, Галине Григорьевне Решетовой. Завиток на ее перце настолько изящный, что все мои коллеги единогласно приняли решение, что это одно из самых удачных произведений природы. Дорогие наши победители, поздравляем! Вам достаются призы от нашего телеканала, а всех остальных участников мы просим не расстраиваться. Вы большие молодцы и лучшие садоводы нашего города. Ждем следующий сезон и ваших успехов в садах и огородах!